Всем привет, друзья, с вами Малдер. Кот Феликс, как вы и просили. Игрушка 92-го года, черт побери, я вообще забыл про ее существование. Я ее в нее последний раз играл в 90-м каком-то там году. Ё-моё, если, грубо говоря, там в Battletoads Double Dragon чуть-чуть потренировался как бы перед записью, то здесь нет. Я ее включил, и погнали мы с вами играть в Кота Феликса. Я ее чуть нашел, кстати, у себя. Она, оказывается, называется не The Cat Felix, не... Так, тихо. Не The Cat Felix, и там не Cat Felix, а, оказывается, Felix Cat. Блядь, я искал. Так, господи, думаю, так как же тебя найти-то? Нашел. В итоге, игрушка на русском. Погнали, посмотрим. Дзинь, блядь, а хорош дзинки-то, ты че? Феликс, если ты сам не отдашь мне сумку, я заберу ее силой. Щелчок. Нашего кота волшебная сумка. Я, честно сказать, не очень хорошо знаком со вселенной вот этого кота Феликса. Так, это у нас прыгать... Собирать надо вот это вот эти кружочки, да? А, слушайте-ка, вот это вот что такое? Это что-то вот тут было, по-моему. В рожах-то нет? Могу, конечно, ошибаться. А нам надо насобирать, наверное, баночки. А баночки что означают? Я вот, блядь, вообще ничего не помню практически. Ну, что-то, конечно, припоминаю, но вот... Это ж... То ли, блядь... А, погоди-ка, вот же! Сука, точно! По ним бить надо! Ну-ка. Так, а что это будет-то? А, это одна жизнь. Игрушка, насколько я помню, не очень такая уж сложная. То есть проходилась, во всяком случае, я не знаю, как сейчас. Достаточно легко. Ага, мы превратились в волшебника. Но прошло... Это тогда она проходилась легко. Прошло очень много лет. Я не знаю, пройду ли я ее сейчас или нет. Совершенно не помню. Длинная она, не длинная. Ну, наверняка уж точно не короткая, блин. Не на 5 минут, скажем так. Так, банчонки. Банки-то по какой хуют они нужны? Я вот убей, не помню. Есть, что-то мы там еще собрали. По всей видимости, вот этот кружочек еще один. Опа! Да, тут машина же есть. И танк вроде бы был. Или это не в этой игре? Не помню. Я даже прохождений-то никаких не смотрел. Вот настолько... Как это можно вот так вот забыть? Такую игру. Там, бывало же некоторые я игрушки вот, на дендевские, допустим, я какие-то. А почему нельзя сюда? Дендевские игрушки какие-то. Смотри. О, сумка, блядь. Тут же можно в сумки залезать, да? Да, точно. Как в Марио, в трубы, блядь. Танк, прекрасно. А танк у нас танк стреляет. Стреляет, блядь. Логично. Что танк стреляет. Танк стреляет. А, так он не до конца экрана. Или нет, подожди, вроде пульки-то до конца экрана проходят. Так, дубина, нахуй. Дубина. Да тут кто такие, блядь? Крысы, нахуй, зайцы, блядь, без ушей. Кто, сука, что? Да что такое, блядь, выстрелитый? Что за животное? У меня рожа чуть опухшая, наверное. Я просто только сейчас проснулся, можно сказать. Время 6 утра. Я решил записать новое видео. Уровень 1-2. Так, дальше мы идем. Здесь какие-то боссы еще будут, я вот припоминаю что-то так. Игрушка, чем мне тогда нравилась? Тут разнообразие, по-моему, вот это. Слушайте, по-моему, вот это не танк-то не последняя у нас техника. Что-то ведь еще будет. Так, рожа. Рожа профессура. Кошачья нет. Ну-ка. Так, есть. В детстве, по-моему, даже мультик, что ли, показывали вот по коту Феликсу. Что-то я как-то уже плохо помню. Опа, еще одна. В этих рожах, значит, жизни у нас есть, да? Да. Плюс ко всему, здесь... А, нет, все, танк только. А почему? Только танк у нас последний. Ну ладно, хрен с ним, значит, я что-то перепутал. Не так уж это и важно. Танк, главное, есть. World of Tanks, блядь. Чего вот эти бутылочки дают, я так понять не могу. Что-то надо насобирать или... Сука. Надо было, конечно,
почитать или посмотреть хотя бы прохождение, самому поиграть, блядь, в эту игрушку. Но нет, решил вот так вот сразу начать, прям по-взрослому. То есть, что нам, зачем нам какие-то подсказки? Мы сами сейчас все с вами... А, бутылки-то вон это самое, жизнь мне добавляют. Они убывают. В левом верхнем углу. Вот, еще жизнь. Да, блядь, мы сейчас тут жизней насобираем. Только подыхай, подыхай будет. Главное вниз не ебнуться. Оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо. Эти хуйнюшки падают. Вот это мне нравится. Что-то взял. Значит, вот эти кошки тоже что-то дают. Так, есть бутылки. Уж не знаю, сколько серий будет тут длиться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, наверняка короткой не будет, блядь. Блядь, вот танк, сука, ты чё? О, птица. Птица, счастье. Блядь. Или это может быть это крыса? Да как я? Шиншилла, блядь, точно. Крыса-то, блядь. Все. Еще один у нас уровень пройден. Замечательно. Уровень 1-3. Я надеюсь, тут не как в Марио, блядь, 9. Там с чем-то, сколько их там в Марио-то? 8 ли, блядь, будет? Может, чуть покороче. Хотя тут уровни-то, на самом деле, не больно вот и длинные. Тихо-тихо, главное не ёбнуться. Так, давай. Бутылочка. Ну, бутылочки, мало того, по 500 очков дают. Чуть я, блядь, не рассмотрел. Тихо. Сука, ты птица ебучая, соеби дай отсюда. Что-то я не рассмотрел, за сколько очков жизнь дают. На сколько? 28-350? Наверное, за 10 тысяч? Ой, не допрыгнул. Да что ты, блядь, на танке херово прыгаешь, что ли? Наверное, за 10 тысяч дают жизнью. Так, еще, у нас 7 жизней уже. Господи, начало игры, у нас уже 7 жизней, а было 2. Что-то невообразимое происходит. Спокуха. Так, есть. Готово. Главное, чтобы она вот не зависла и не вылетела. Как у меня на старом эмуляторе Battle... Ох ты, блядь, ты чё? Нихуя себе. А эти, они еще и стрелять умеют? Как Battletoads на... эмуляторе Virtual NES. Блядь, долго... Ну, господи, блядь, долго я тогда... ебался, чтобы пройти Battletoads. Где она у меня... Когда она у меня зависала. Зависала на моменте. Блядь. Короче, на ракете. Так. А вот эти вот деревья нельзя? Опять же, аналогия с Марио. Там в трубы, блядь, он залезал. Еще жизнь ждали. А за что? За что жизни дают? Не, такими темпами мы сейчас... Уже 9. Уже 9. Спокуха. А вот этот... Так, нет, этот профессор. Блин, надо хоть мультик, что ли, какой-нибудь посмотреть. Что, блядь, познакомиться как бы с этой вселенной. Феликс этот. О, босс. Ты кто? Ух ты, блядь, он еще этот хуйня. Что это у него такое? Типа лошадь, что ли, блядь, или ишак? Погоди, блядь, я в машинку превратился. Сука. Вот и пизда танку. Очков нам дали. Очень-очень много. Опа! Псс, опять танк. Ну и все, прошли мы первую, так сказать, стадию. Не очень трудно было, даже не сдохли ни разу, как-то обидно. Не по-нашему, что ли? О! А! Сука, точно, блядь, тут же какие-то... Подожди, тут же еще в воде надо будет плавать. Ё-моё, а, блядь, память, а? Я ж помню, тут какие-то вроде бы... Еще были, как сказать, средства передвижения, что ли, так это назовем. Средства передвижения, да. Здесь у нас надо пушек удалить. Ух ты, пушек опасаться. Блять, дайте что не то. Что тут дают-то? Что тут есть, точнее, из техники. На зонтике как-то, блять. Зонтик, конечно, хорошо, блять. Дождик не намочит, но... Мне хотелось бы что-то... заполучить получше. Так, есть, вот что-то дали. Воздушный шарик. Воздушный шар. 500. Я не понимаю, то ли, блядь, на всех вот этих вот кошках 500 дают, то ли... на некоторых только.
Наверное, на некоторых, вряд ли на всех-то. Пушка. А чё ещё? Тут шар. А после шара тогда чё? Ух ты, блять, одну проебал. После шара. Опа, есть. Сейчас, секунду. Да, блядь, птица, съеби ты нахуй отсюда. Давай, жизнь. Есть, еще одна жизнь. 11, господи, блядь, сколько у нас будет под конец игры тогда, если мы еще сейчас даже ни одной жизни не потратили. Давай, стреляй, вниз. Как-то побыстрее вниз. Ты можешь падать, чувачок? Не, игрушка вообще вот в детстве считалась топовой, блядь. Именно, наверное, из-за того, что... Есть самолет! Именно из-за того, что, наверное, тут было техники очень-очень много. Я вот сейчас припоминаю, мне нравилось тут на машинке ездить. Почему, не знаю, даже больше... Блять! Даже больше танка, наверное. Десятки хули пацаны были. Интересовались... А, блять! Ах, сука, исчезла. Интересовались как-то техникой. Все же, практически всем же мальчишкам... Раньше, это сейчас, раньше нравилось там ковыряться в машинах, блять. Ну, не ковыряться в машинах, а... Смотреть на машины хотя бы, там, трогать, ездить на них. Это сейчас, блядь, молодежь ничем не интересуется, блядь, кроме вон... Доты, блядь, какой-нибудь. Я уж так образно, конечно, говорю. Кроме компьютерных игрушек, танк. Да и всяких вон соцсетей, блядь. Раньше нет, блядь, раньше такого не было. Пускай, конечно, играли в Дэнди, блядь, но... С удовольствием мы на улице гуляли и... Как бы... С друзьями общались. Ух ты, мышь сверху была. Сейчас это не модно. Тихо. Кто это такой, блядь? Есть. Бензин. Бензин будем это называть. Вот, они... Ух ты! А ты сдохнешь? Ёб твою мать, ты кто такой? Ничего себе. Вот это было неожиданно. Есть, мышь сдохла. Нам надо... Нам надо взять... Танк, блядь, ты чё, сука, ты тупая? Ах ты, блядь! Тихо. Есть. Охренеть, блядь, он нас... Забодал своими кричалками. Мышь белая, блядь. Тихо. Тут упасть, что ли, можно, блядь? Спокуха, блядь, вы чё, предупреждаете? Да, там вода, глядите-ка. Спокойствие, только спокойствие. Вот... Черт, опасненько. Это что, блять, я не достаю, что ли, до нее? Да ты хорош, блядь, ты че? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Да, ее убить-то можно. О, сумка! А че сумку-то, блядь, в пол? Погоди, почему? Не понял. Это же, блядь, за сумка такая. О, блядь. Так. А под. Может. Есть, все у нас танк, отлично. А где, может быть, еще какая-то сумка тут есть? Почему, блядь, я сумку-то не могу? Да что ты, блядь, будешь делать? Это тут самые дикие, их не видно, блядь. Откуда они стреляют? Ты че, блядь, делаешь? Псина ты тупая. Я только подпрыгиваю и получаю хлебало выстрелом от собаки. Так, выстрел от собаки. Давай, прыгай ты, ёптай мать. Вот. Сейчас еще на мышь нарвемся. Нет. Пока. Ну что, сука. Так, мышь все съебалась. Есть танк. Сейчас этот хер выстрелит. Ух ты, я не достаю до него ведь. Вот эти моменты в Дэнди, блядь, такие вот, когда там на грани что-то делаешь, блядь, это... Весь этот... Напрягаешься. По-моему, только именно в Дэнди такая хуйня есть. В современных играх такого уже, увы, нету. Так. Тут хера надо грохнуть. А чё, я не понял прикол вот с той сумкой, вот единственный, блядь. А почему я, вернее, из неё нас выкидывал-то? Может, что-то не так делали? Хотя хуй знает, ладно. Нас... Чё беспокоиться по поводу этой сумки? У нас жизни много, блядь. 11. Стреляй давай, блядь. Этот, сука, хер гнутый, блядь, ещё. Так. А с танка собака с одной пульки уничтожается. Ну-ка, сумка. Да, а в эту залезли, блядь. В чём прикол, чё-то? Пока не понял. Две жизни подряд прям собрали. Охренеть не встать. Да, блядь, не допрыгнул. Эх, хуй с ним. Не допрыгнул.
Блядь, стреляй. Есть. Тут водиться у нас. Водиться нам попадать на никак нельзя. В планах этого не... Да ж как, блядь, я задел-то в него. Опа. И сразу нам дали. А тут что такое? А, и туда можно. Пойдемте понизу, понизу, псина. Так, да прыгай ты, Феликс. Сейчас вот что-то начинаю припоминать. Вроде бы вот по РТ, что ли, какой-то мультик показывали. Раньше показывали, по-моему... Что? Что-то охотников за привидениями там показывали, я помню. Винни-Пуха. Кстати, по-моему, Винни-Пух по второй показывали. Могу ошибаться. В одно и то же время там шло 4 мультсериала. Блять, комары сегодня заебали просто. Чего от меня надо? Я же невкусный. Ну, блять, тут эти самые боссы вообще какие-то легкие. Ну и все, что это за босс такой? Сколько до хера очков-то мы заработали на самом деле. Я вот припоминаю мультики, которые в детстве раньше показывали. Помню хорошо «Охотников за привидениями». Я смотрел, еще тоже пиздюком был. Винни-Пух, Русалочка. Бляха, что еще там казали? Чокнутый, помню, тоже такой сериал. Ну, что-то, блядь, не больно. По-моему, популярностью пользовался такой уж, как вот, допустим, те же, тот же Винни-Пух. Ух, ну да, Винни-Пух и «Охотники за привидениями». «Охотники за привидениями». Неплохо, Феликс, но скоро твоей игре придет конец. «Охотники за привидениями» мне раньше всех больше нравились в детстве. Я и фильм смотрел тогда уже. И мультики показывали, только там персонажи. Особенно Питер, блядь, что-то не больно сильно похожи-то и были. Ну ладно, анимация, блядь. Хули с ней, что с ней взять? А что же еще? А, Гуфи, блядь, был. Точно, блядь, вспомнил. И еще до хера мультиков показывали, на самом деле. Сейчас вот все и не вспомню даже. Сумка. Опа, жизня. Отлично. Бензин, все есть у нас. А это что такое? Нет, ничего не означает. Так, еще бензин. Блять, бензином просто разбрасываются. Сегодня. Там пол есть? Сука, я чуть не нырнул туда, кстати. Вниз-то, блядь. Сейчас бы заебенил. Опасненько. Опасненько вот это у нас тут. Блять. Вот то создание, которое сейчас упало, это похоже очень на черепаху с крыльями из Марио. Зеленая такая тоже. Так, это, наверное, зря я так рисковал. Мог ведь и ёбнуться. Давай лети, что ли, быстрее. Летун ты хренов, а ты сдохни. Так. Ох ты! А, смотрите, когда сейчас ёбнулась. Да. А, нет, она вон там полетела, я видел краем глаза. Так, ну-ка съебал отсюда. Ах ты, сука, я не допрыгнул. Как это? Вот. Прыгун, блять! Ёптую. Прыгун из меня сегодня хреновый получился. Ну ладно. Какой уж есть. Какой уж есть. Сколько жизни ты, я что-то не глянул совсем. 14. Господи, блядь. Причем еще ни одну мы не потратили. Я говорил вам, игруха не очень такая сложная и напряжная. Вот еще одна. 15. Господи, блядь. Интересно, кто-нибудь вообще играет с бессмертием? В эту игру, блядь. Есть такие люди или нет? Или играли, может быть, в то время? Как раз. Отлично. Получилось. Может, тут еще какой-то есть... Может, какая-то есть хакнутая версия, там, типа, с бессмертием? Или с неуязвимостью какой-нибудь? Блять! Ёб твою мать! Сука! Тихо-тихо-тихо, не дергайся, блядь! Я со спуга, блядь! Что-то все, паника у меня началась. Ну, ничего страшного, у нас опять танк. Ой, блядь. И птицу чуть не заебенил. Блядь, надо ее ёбнуть. Она так и будет лететь, что ли, за мной? Да, точно, смотри-ка, блядь. Так летит. Так летит. Чуть-чуть первую жизнь мы не потратили с вами. Так, бензин. Рожа, блядь, опять еще одна жизнь. Есть, охренеть, не встать. Что, блядь, тут происходит такое?
Ну-ка, полезли в сумку. Сейчас еще одну жизнь возьмем. Вот сто пудов. А, нет, это не взяли. А почему? Почему? Странно даже как-то было. Так. Надо будет из Сеги какие-нибудь игрушки попроходить тоже. Мне хочется пройти комик-зон. Давным-давно играл в нее, что-то попробовал. Ох ты ж, бляха-муха, сраная пушка. И что-то не получается. Что-то прохожу там маленько и подыхаю. У Сеги тоже было множество замечательных игр. Там Zero Tolerance, блядь, зависали. Comic Zone. Уж не говоря там о Road Rash, блядь, и Rock'n'Roll Racing, что-нибудь подобное. Множество игр было. У меня, конечно, Sega не очень долго была. Я, по-моему, PlayStation потом купил сразу же. У меня была Dendy. Я потом... Откуда я взял, блядь, эту Sega? Поменял, что ли, на что-то вроде бы, я так сейчас припоминаю. Потом купил сразу PlayStation. Так, Sega у меня была недолго. В общем-то... Ах ты, ты что? Ах ты, сучья пушка. Но зависал я все, вы помню, тоже зависали даже с друзьями днями и ночами. Это тоже была легендарная консоль. А почему она у нас не пользовалась особой популярностью? От нее были картриджи очень дорогие. Я вот помню, если дендевские... Как очень дорогие, блядь? Я денди-то не дешевые были. Если можно было, допустим, купить... Дендевский карик за 60 тысяч, блядь. Там четырехигровку, блядь, или может быть даже 6, я уж точно не помню. То от Сеги один карик стоил с одной игрой, блядь. С одной игрой около сотки. 105 ли, блядь, где-то что-то такое. Это в 90-е годы. Я теперь понимаю, почему. Потому что Сега-то была японской, настоящей. Как бы, а Денди-то все-таки китайское фуфло. У меня даже Sega была, там на ней написано Made in Japan был, я это вот хорошо очень помню. Так, ну-ка. Да, блядь, бензин-то, ёпта. Вот тут бензин хреново собирать на самолетах, он вниз. Вниз не летает. Только опускается очень-очень медленно. И поэтому вот у нас Sega-то такой вот популярностью-то дикой не пользовалась. Блять, да почему вот эти пушки? Ах ты, сука, чуть я не ебал. Так, 500 взяли. С кошки. Ну, бензик взяли. Птица, блядь, тихо. Не, на самолете тут нормально летать. Есть. Главное не попадаться вот на эти пушки двухсторонние. У нас время тут, кстати, еще идет, да, ведь? Ёпта, я что-то тут запизделся совсем. Блять, жизнь проебал, ёбаный в башке. Ладно, хер с ней с этой жизнью. Тут, я так понимаю, контрольные точки, что... Почему? Что случилось? Что ему... А, бензин кончается. Это я сейчас опять буду летать на воздушном шаре, что ли, блять? Выходит так. Надо бензик. А, блять, чуть-чуть. Да ёпта, охуеть. Я и шар воздушный поебал, блядь. Ой. Надо бензик было взять. Спокуха. Спокойно, блядь. Надо хоть, блядь, шар нам сделать. Нет, я не буду ее стрелять очень рискованно. Вот! Шар есть. Хотя бы шар. На. Ох ты, сука, до нее еще не долетает снаряд. На этой пухе. Пошла нахуй. Ну-ка. Нет, мужика. В профессора... У профессора ничего нету. О! Да ладно, блядь. Что? Чё это было, блядь? Чё это заебало было? Я просто умер и все? Не понял. Это в чем прикол? Подожди, в чем прикол-то был? Блять, мне надо хоть воздушный шар набрать. Взять. А где взять ты его? Сука, да ты че нахуй? Мне придется летать с зонтиком. А че как он бьет-то, блядь? Чем он точнее бьет? Во! Есть! Он чем-то хуячит, блядь. А, вон, я не заметил.
снаряды-то, блядь, спокойно, блядь. Так, он по времени, по какому-то определенному пиздячу, да? Есть. Сейчас забьем, блядь. Несложно. Особенно на шаре-то, блядь, он сверху накидывает, да и все ему. Ух, не добрал. Вот и все. Господи, блядь, делов-то. На самом деле. Причем, я абсолютно помню, что диски от PlayStation были дешевле, блядь, чем карики от Sega. Это действительно так было. Диск, по-моему, рублей тоже 60-70, ну, не рублей, а тысяч. Тысячи же были. 1060-70, что ли, стоили. Ну, это было уже, наверное, как раз вот до 98 года. Может, до августа. Потому что все мы знаем, все мы помним, кто постарше, блядь, был уже кризис, блядь, в 98 году, в августе. После деноминации, блядь, и все нахуй. Пошел нахуй, короче, ты тут выебываться будешь. А диски от Соньки, почему, наверное, дешевле стоили? Потому что они, как правило, все пиратские тоже были, блядь. У меня с того времени до хера дисков осталось, соневских именно. Ну, не до хера, но есть. Основные игры есть, я говорил уже на каком-то прохождении. Resident Evil, блядь, там три части. Silent Hill, естественно. Первый. Блядь, пошел нахер. Это все у меня как бы есть. И знать не знали, что диски раньше нелицензионные вот эти вот были, блядь. Пиратские, с пиратским переводом, вот с этим вот ужасным. Хотя в нем сейчас вот я играю в некоторые игрушки. Ищу специально, если у меня нет игры. С таким вот именно кривым переводом, блядь, чтобы вспомнить, как оно было, блядь. Так, студия Paradox вот переводы делала. Лисы такая была. Не знаю, они, по-моему, и сейчас есть, кстати. Paradox-то точно, по-моему, есть. Блядь, бензин кончается. Вот по поводу лисов не знаю. У меня лисий перевод нравится вот Resident 3. Не знаю, как-то, блядь, роднее, что ли. Есть еще жизнь. Блядь, 18 жизней, куда мне столько? Я захочу, не потрачу, наверное. Так. Хотя, вот если взять, наверное, лицензионные картриджи вот именно от Famicom, блядь, дэндевские, я думаю, что они тоже кучеряво бы стоили в то время. Они сейчас, понятно, что сейчас это раритет. Поэтому кучеряво стоит. Я думаю, на уровне сеговских они бы стоили. Причем, скорее всего, опять же, там не было бы многоигровок. Я плохо знаком с Фомикомом. У меня у другана было. Был. О, лодка, блядь, гляди-ка, что-то новенькое. Так, лодка. Лодочка, моторочка. А это что, дельфин, блядь? Дельфин. Ух ты, тихо, блядь, плотва. Как ее ёбнуть-то? Плотву-то? А я не могу... А, я не могу вниз-то переместиться. Не было многоигровок, вроде бы, как бы. На Фомикоме. Ну, может быть, и были, только хуй знает. Я, честно, не слышал об этом. Так. У меня, кстати, был диск Dino Crisis как раз. От Sega. О, господи, от Sega, что я пизжу. От PlayStation. Хотите верьте, хотите нет, но такие были, блядь. Там было две игры. Первый и второй Dino Crisis. Но у меня этот диск, к сожалению, похерился. Блин. Жалко. Думал есть. Тут поискал у себя в закромах. Нет, куда-то он делся. А Dreamcast остался. Но там только первая часть, если мне память не изменяет, у меня есть. А вот этот PlayStation, к сожалению, куда-то делся. Блять, рыба, ты не еби мозги. Здесь что? Здесь. Так, а что после рыбы-то будет? Дельфина, точнее. Может быть, акула, блядь. Нет, вот этот уровень я что-то смутновато припоминаю. Опа!
Опа, дедушка, блядь. Дедушка. Профессор, блядь, дай-ка мне жизнь-то. 22 жизни, блядь, это что, что происходит? Я не понимаю. Для чего разрабы так сделали? Нет, ну в эту игру легко играть. Опа, еще одна, сука, 23, блядь. Сколько же я наберу под конец игры-то? Еще бы знать, сколько уровней здесь. Блядь, а почему я ну, вот только... Когда в воду ударяюсь, могу стрелять-то в глубине, скажем так. Асса! Бензин есть. Спокуха. Это медуза, блядь. Медуза, блядь, в Чернобыле родилась. Вот это мне напоминает, кстати, игрушку. Называлась на Денде Adventure Islands. Islands, блядь, точнее, блядь, господи. Была такая дичь. Вы сто пудов ее помните. Знаете, точнее, кто играл хотя бы раз в Денди. Я проходил ее, по-моему. По-моему, всю ее проходил. Но это было нереально сложно, блядь. Это одна из таких вот сложнейших игр на Денди. Она вроде, блядь, под тип Марио сделана. Но, конечно, ничего сложного. Как бы в себе не таит, но это только... Внешность, как говорится, внешность бывает обманчива. Это такой, блядь, гемор нахуй. Вот. Она сложнее Battle Tots, блядь. Это вот 100 баллов прям. Имеется в виду первую, естественно. Я с полной уверенностью хочу сказать, что да, она сложнее. Вот у кого есть, кто играет сейчас на эмуляторах, попробуйте. Я то, что попробовал, прошел, блядь, только 2 уровня из дома. А в первый Battle Tots я тут тоже, конечно, пробовал. Я дошел до куда? До машинок, что ли, блядь? Ну, не до машинок, как вот это вот называется. Мотоциклы, блядь, у них какое-то своеобразное название, я уж не помню, какое. Где надо объезжать, короче, столбики и перепрыгивать. Так, у нас тут все нормально? Все нормально. 4-3. Ох ты ж, блядь, смотри-ка. Ох ты, блядь, краб. Мистер Крабс. Мистер Крабс. Погоди-ка. О, что-то мы взяли. На морских... На морских черепахах, блядь. Будем добираться. Морские черепахи. Ох ты, медуза, сука. Я думал, она только вверх-вниз. Дайте-ка ты нахуй. Мистер Крабс, он ползает. Где эта проклятая губка? Ой, блядь. Крабс там чем-то серит, блядь. О, игрушка подлагивает. Не помню, такое было на Денде. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Самая лагучая игрушка, блядь, из всех, что есть, что была на Денде, это, по-моему, как раз мы проходили недавно Counter-Force, блядь. Это вот самое-самое. Оба-на. Ничего себе, блядь, у меня подводная лодка с торпедами появилась. Круто, блядь. Спокойно, Крабс. До конца экрана хоть долетает у нас? А, нет. Нет, тоже не действует у нас. Профессура, сука, чуть не въебал я в эту самую... в медузу. Медуза. Вот, наверное, да? Да что ты, блядь? Да поднимись ты! Ёб твою мать! Нет, бездействует. Профессура у нас бензин. Блядь, бензин-то я что-то про него и забыл совсем. 500. 500 забрали. Так, сдохни. Не работает? Не работает. А медуза сверху. Есть. Погнали дальше. А, это уже босс. А, ты кто, блядь? Капелька соплей? Опа, она еще даже стреляет. Я думал, только вот этой хуйней бьет, блядь. Нет. Она опаснее, чем... А, так кто от нее прятаться можно за эту штучку? Ну-ка, иди сюда. Зеленый, блядь. Зеленая, вонючая. Пойду ее замучаю. Ух ты, вот это печаль. У меня кончается наш... Тихо. Кончается... Блядский ты рот, я проебал... А, все. Я проебал подводную лодку. 30, почти 40-ку очков дали, охуеть не встать. За что? Ну вот и все, на морских черепахах мы дальше продолжаем свою дорогу. Дорогу, свой путь.
День, блядь. Ты меня рассердил, Феликс. Я еле держу себя в руках. Надо бабёху спасать свою. Так, ну радует то, что я на танке, вот прям сразу же надо бензин сразу же взять. Отлично. Блять, да что ты будешь делать? Почему ты... Почему он так вот стреляет странно? Птица, блядь. Блять, я в птицу въебал. Сука! Вот ты петуховская птица, а? Ну, давайте пойдем. Зайдем в сумку. Сейчас, наверное, может быть, да, все, опять у нас танк есть. И это радует. И бензин. 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 Да на этих бончонках написана буковка М. Что, блядь, означает М? Я понимаю, бы П была бы там, Power вроде того, да? М. М. Хуёзно, это еще одна жизнь. 25. Блядь, мы еще ни одной не потратили. Куда, блядь, нахуя здесь столько их сделали-то? Господи, блядь. Так, есть. Ага, там пол есть, по всей видимости, блядь. Черт возьми. Сдохни. Что такое, блядь, почему? Ух ты, блядь, подожди. Сейчас смашу с этого самого... С платформы запрыгнем. Блядь, динозаврик. Динозаврики... Готов, динозаврик. Я только заметил, кстати, у нас даже выхлопные газы, блядь, в машине-то есть. Из жопы выпрыгивают. А у танка нету, блядь. Танк, видимо, на электричестве работает. Прошли еще один уровень очередной. Все. Опять летаем. Опять мы летаем в облаках. Нам надо... Самолет сделать. Подожди, это кто стрелял? Это вот эта херь зеленая стреляла? Да ты что, блядь? Да, гляди-ка. Хуяся, она еще ходит и в разные стороны пиздячит. Вот это... О, блядь, тут опасная штука на самом деле. Блядь, какой хер? Лучше... Бляха-муха. Лучше бы пушки оставили. Дайте мне этот самый... Хоть что-то. Готов. Хотя бы воздушный шарик, блядь. Ну как так? Ну нечестно же. Я вот низом тут пойду, бля. Выебываться не будем особо. Так, выстрелил, есть, готов. Так, секундочку, бля. Ага. Появился у нас, значит, воздушный шарик. Птички. Ну-ка, может, жизнь дадут еще очередную. Блядь, мне уже нахер они не нужны, эти жизни. Лучше бы в натуре, блядь, самолетик мне дали, и все. Бензин. Бензин, конечно, вещь нужная. Бляха, я чуть это самое... Прям рядышком со мной пролетела эта дичь. Дичь вон летает, блядь, а это хуй пойми чего. Чем он стреляет? Что это такое, блядь? Раковина, что какая-то? Или чего ли, блядь? Ну вот, наконец-то, самолетик. Самолетик. Вот, самолетиком-то гораздо интереснее. Херачить, блядь, ну как так-то, сука? В птицу въебал я. 500 взяли. 500 взяли. 500. Вот это даст? Что-нибудь? Нет, не даст. Жадный хуй. Ну ладно. Главное, что не вот это, блядь, ебалой, блядь, ух ты, сука, я чуть не сдох. Главное, что вот это не перчаткой мы ебашим, а все-таки, ну, тем более сейчас уже самолет взяли, а все-таки летим на воздушном шарике. Ух, блядь, это было опасненько, хочу вам сказать, я чуть не туда вниз не упал, хотя с другой стороны, что бы нет-то, блядь, там вот пальмы, по логике вещей, там должен быть пол-то. Мы бы мягко спланировали туда вниз. Но нет. Я не буду тут все вот эти вот хрени брать. Так как нам они, в общем-то, не нужны. Бутылочки вот нужны, да. Но с бутылочками проблемы целые. С
Все, очередной уровень позади. Какой уже, что-то я со счета сбился. 5-3. Сколько, блядь, всего здесь? А вот, видимо, по всей видимости, мы вот как раз внизу вот этого леса. Блядь, ты сдохнешь? Сдохла. Отлично. Динозаврик. Динозаврик тоже. Машина убивается с двух ударов, а с танком, конечно же, один. Блядь, где она? А, тут длинная платформа. Нам надо что-то... Куда идти-то, блядь? А там почему? Зачем вот эта хрень тут сделана? А, там сумка. Ну, куда я запрыгиваю? Сейчас еще одну жизнь возьмем. 25 есть, нам же мало, блядь, 25 тут. Вон еще одна, блядь, корячится. Зачем, блядь, разработчики? Ну, это весь кайф сломали вот таким количеством жизней. Огромным. Ну, не нужно в играх в дендерских было столько делать. Ну, там... Хуй знает. Дали бы 3 изначально. И там за каждые 100 тысяч давали бы жизнь. Я все равно, вот, спустя там хер знает сколько лет... 20, блядь, давайте возьмем столько вот. 20 лет, я еще не потратил ни одной жизни. Ни одной. Там, а, пол есть. Есть. Может быть, это, конечно, скиллуха во мне так играет, блядь. Потому что же мы же недавно с вами проходили Battletoads and Double Dragon. Мы успешно прошли. Конечно, я там дохера жизни под... Что, блядь? Ух! До хера жизни потратил, но все-таки. Вон еще одна, блядь. Да что ты, блядь! Так, спокойно, блядь, котик. Ага, он этот сам отъезжает назад. Надо перепрыгивать снаряд и пиздячить по нему. Господи. Может быть, из-за этого, из-за того, что я в Battletoads потренировался, блядь. Поэтому у нас с Феликсом все хорошо. Возможно. Возможно и так. Другой причины я не вижу. Нет, наверное, даже не 20 лет прошло. Наверное, прошло все-таки побольше. Может быть, год 20... 21, 22, где-то так. С последней моей игры. Всей шедевры. А где? Тут платвы-то нет, надеюсь? Блин, а после дельфина-то нет, что ли, никого? Или... Спокойно, блядь. Я заработал еще жизнь. Так, плотва есть. Вон она прыгает. Только как-то, блядь, странная, другая. Слушай, а что происходит? Тут течение, что ли? Почему? Да, слушай, тут течение назад. Ничего себе, блядь. А почему? Хуй я знаю, блядь, кстати. Тут есть течение, блядь. Тут есть течение. В воде-то, блядь. Я вот ничего не нажимаю. Хуяк, меня назад относит. Ладно. Это, конечно, усложняет задачку-то. Я вам хочу сказать. Здесь что-то. Еще одна. 30, блядь. 30-ник мы с вами собрали. Господи, блядь. Нет, меня что-то прям вот это тут заинтересовало. Сколько же мы наберем-то? Прыгай, блядь. Ты что? Под конец ты... Под конец-то игры. Тихо, блядь, платва-то еще стреляет. Нихуя ж себе, блядь. Все, есть, опять у нас дельфинчик. Нет, что-то я не понимаю. Наверное, после дельфинчика нет уже никого. Бенз взяли. Может быть и есть, просто я не добираю. Надо прям явно взять вот эту вот превращалку. А! Это М-то, блядь. Может быть, это Magic означает, буковка М на этих бончонках? Скорее всего, магия, да. Ух ты, блядь, вот это я тут расследование провел, а? Догадался, сука. Блядь, чуть не задел. Чуть не задел я то, что... Что это такое, кстати, блядь? Вот это, что за создание? Покемоны, блядь? Вот, все, да, точно, просто дельфина нет ничего. Значит, дельфин это... Конечный продукт нашей магии. Ну-ка, полезли сюда. Давай еще 32 сейчас будет, блядь. Судя по всему. Жизни. А почему бензин-то, блядь, два раза? Вроде бы. Они по очереди появляются или нет? Нет.
32 у нас в жизни не стало. Ну и хуй с ним. Надеюсь, нам... Блять, вот стало. Надеюсь, нам... Надеюсь, нам хватит 32 жизни, блять. Сука! Птица! Ёб твою... О! А по птицам можно ездить, что ли? На них можно напрыгивать? Ничего себе. Серьезно, блять? Я вроде как-то по ней это самое... проскользил. Да давай, блять! Блин, надо дельфинчика взять. Как-то опасненько. Хай, блять, рыбина. Надо как-то... Да, смотрите-ка, я могу на них напрыгивать. Так, то есть лодкой... Так, сдох, ух ты ж, блядь. Давай, рыба, блядь. У меня такие рыбы, похоже, в аквариуме жили, блядь, телескопами назывались. С зерками, которые для того вывалятся из орбит рыбьих. Почему, блядь, не попал? Так, есть. Отлично. Сука! Сдохни! Это не пингвины, блядь. Не медведи какие-то там белые, блядь. Что это, блядь, за беленькая такая штучка? Ползает. Непонятная. Уровень 6-2. Черепашка. Морская черепашка. Что? В рыбу надо два раза пиздячить. Ёб твою мать. А я что-то и не знал как-то. Ну ладно. Вот это вот, да, наверное, это все-таки Magic означает буковку М. Сука, сдох, блядь. Ёб твою мать, первую жизнь потратили мы с вами. Охуеть. Нам надо подводную лодку срочно, блядь. Срочно строить, блядь. Ну-ка, съебал отсюда, блядь. Какая подводная лодка? Хотя бы... Да еб твою мать, я второй раз, что на одной и той же. Пизда, так, рыба, рыба. Рыба, 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 кит. Нет, рыба на... Вот, отлично. Хотя бы черепашку мы с вами сделали. Чебурашку. Рыба. Вот интересно, блядь, откуда рыба выныривает, если она все равно в воде, блядь. Вот, блядь. Из бездны, блядь. Вот самое страшное, вот, когда вверх поднимаешься, там, хуяк, не дай бог, там рыбина какая-нибудь окажется плавающая, или, вот как сейчас примерно, или медуза. Или медуза. Давай, жизнью. О, отлично. Одну жизнь отработали из двух потерянных. А подводная лодка, наверное, все-таки пиздячит вот эту рыбину с одной торпеды. Скорее всего, я так думаю. Ух ты ж, блядь. Чуть не до... Да еб твою мать, и тут как-то пронесло. Есть. Ну, две жизни я потратил, на самом деле, по дурочке, блядь. Если уж так разобраться. А как здесь? Здесь вот так вот. По дну пойдем. По дну морскому. Так, попал. Есть. А почему я здесь-то не попадаю? Спокойствие, только спокойствие. Сумка. Ух ты. Блять, бензин. Черт, надо было бутылочку собрать, но была вероятность... Там... Ты чё, блять? Еще один, что ли, такой же? Была вероятность того, что нас пизданет. Блять, ты чё, я кривой какой, не попадаю? На, нахуй. Пизданет медуза. Погоди-ка, а этот не пиздячит, что ли, по нам? Бляха-муха, у меня сейчас кончается. Сейчас черепашка, блять, только останется. Так, все, отлично. На последнем сердечке. Все, мы это захреначили. Откуда у меня столько очков-то набирается? Я не понимаю, там что-то сколько сейчас я не заметил было. Полтинник, что ли, блядь? Давай-давай, бегом, блядь. А, сука, не успел. Сейчас, если на земле появимся в машине, а не в танке. Да хуй с ним. Не страшно, блядь, вообще. Дзинь. Ну? Феликс, я уже не могу просто сидеть. Я помешаю тебе. Профессура уже негодует. Уровень 7-1. Уровень 7-1. Да, смотрите, блядь, появились... Блядь, это тут скользко. Тачка-то буксует, а вот и танк. А вот и танк, пожалуй. Тачка-то буксует. Ну танк-то, блядь, не должен же так буксовать-то, да? Нет, блядь. Нет, танк, кстати, получше.
Танк маленько... О! Ёпта! Танк маленько получше. Бензин взяли. Бензин, блядь, магия. Рыба. Рыба, блядь, замерзла маленько. В анабиозе, блядь. Ах ты, сука! Ёп твою мать, а! Блин, а сколько, интересно, надо ударов сделать по вот этому комку снежному. Стой, тише. Нам надо танк срочно взять еще. Сейчас возьмем. Сейчас, блядь, на... Блядь, да ёпты, я уже в волшебника превратился. Погоди, опять точило, да. Опять в точило сели. Кружим по району. На него тоже можно наезжать, смотрите-ка. Надо узнать, сколько ударов. Блядь, куда ты, кому? Ну, ёпт твою мать. Я хотел глянуть, сколько по нему надо пиздячить ударов. Что-то мы взяли. А, это бутылочки. С маги. Нет, машинкой тоже один раз по нему надо выебать. Но он как-то скачет так опасненько. Есть, профессура. О, еще одна жизнь подъехала. Еще одна жизня. Есть. Одна жизнь. 33, блядь. Две. Потратили! Две потратили. И хуй с ними. Я, конечно, хотел бы, сейчас тут уже, думаю, пройти бы вообще без потери жизни, но не суждено. Сначала-то я уж начинать точно не буду. Ради такого события. Давайте еще одну жизнь. Нет. Только magic, только магия. И ничего, кроме магии. Секунду, там что-то провал какой-то, блядь, там... Ха-ха-ха, я чуть не нырнул туда ведь, на самом деле. Надо заранее стрелять по этому комку. Ехать на этом танке и пиздячить. Вперед! Жизнь, блядь, да ёпты мать, давай! И еще одна, 34, блядь, замечательно. Смотрите, а в гору танк буксует, ничего себе. Ох ты, сука, фу. Просто повезло сейчас. Я на дурочку, блядь, стрельнул. Попал в комок. Охренеть. Есть. По 500 собрали. По 500. Блядь! А, на него наезжать можно. Вот. Хуяк, наехал я. Неплохо. Где? Где комок? Вот комок. Слышу, блядь, но не вижу. Где-то еще ведь комок скачет. Где-то, сука... А, все, приехали. Приехали уже. Чика. 7-2 уровень. Мир Феликса. Мир Феликса. Ничего тут нам не светит в профессуре там. Где-то скачет ком снега. Это прям явно слышно. Погоди-ка. А, так это выстрел у меня тоже так... танк стреляет с таким же звуком. Фу, я себе, блядь, я что-то... А вот на этих, интересно, можно наступать? На зверей, блядь, всяких вот этих вот невиданных. Опа, бензин вовремя подъехал. Прыжок веры, блядь. Ну-ка. Прыжок веры, блядь, ёпты, блядь. Я чуть не сдох. Опа, еще жизня. Я чуть вниз не ёбнулся с этого прыжка веры, блядь. Жизнь проебали. Какая беда, а? Беда-беда. Ох, беда-беда. Огорчение. Ничего страшного, вот танк у нас есть снова. Мы встретимся снова с танком. Профессура что не значит? Нет, ничего не значит. Эскимос, блядь. На нахуй. Иди. Да что ты, блядь, эти ебаные мыши, сука, как напрягают. Так, господи, я чуть еле-еле перепрыгнул эту хрень-то. Да, бляха. Спокойствие, только спокойствие. Что тут написано? Опа-на. Ох, сколько тут этих самых. А, тут имя Феликса было сделано. Такая хрень. Я помню, была в ЧПД или 2. Там в конце уровня, перед тем, как идти к толстопузу, было выложено вот этими квадратиками, там кто помнит, блядь. Слово Danger, блядь. Я помню, сука, отлично. Я проходил.
Где-то даже запись есть на канале. Все, пошли все нахуй. Залезаем. Тут кто? А маленькая профессура, блядь, на осле, блядь. О, профессура-то, блядь, пиздячит. Комками большущими, сука, я, блядь, да что ты, блядь. Тихо. Профессура пиздячит комками большущими. Сейчас мы профессуру профессуре наебаем. Только в путь. 70 тысяч дали. Откуда, блядь, такие суммы? Так. Киса, блядь. Ничего не хочет нам 500 очков выдать. А когда сам босс-то будет? Дзинь, блядь, снова. Ты хорошо поработал, Феликс, но готовься к последнему бою. Всегда готов. Последний бой. 8-1. Это что такое нам дали, блядь? Космический корабль, что ли, какой-то, блядь? Смотри-ка, точно, блядь, мы в космосе, не бойся. Так, мы в космосе, сука, тихо. Тише. Тогда следующее, что после космического корабля? Секунду, блядь, профессура. Ничего нам не хочет выдавать. Профессура-то, блядь, да ёб твою мать, тихо, блядь. О! Зелёные человечки, блядь! Спокуха. Блять, у меня бензин-то кончается. Бенз-то кончается. Во. Что-то жизнь дали. Жизнь дали, столь нам необходимую. Нам надо бенз, блять, собирать. Так, а тут у нас, я так понимаю, только будет космический корабль, никаких других транспортных средств не будет. Печально. Так, давай-ка ты, зеленый человечек, съеби-ка отсюда. Вот, бензин, блядь, маленько дали. Блядь, одну бутылку только поймал, к сожалению. Нам надо с ручником еще. Срочно прям. Где взять? Вот, еще одна. Пошел ты нахуй. Астероиды, блин. Кончается. Ах ты, сука. О, блядь, а тут даже дотрагиваться нельзя до них. Ничего себе, жизнь, блядь. Я надеюсь, я не сначала начал-то, блин. А то мы вроде там даже много достаточно пролетели-то. Так. Профессура. Башка профессуры ничего не значит. Сейчас, наверное, будет последний как раз вот этот босс. Профессора, блядь. Кислых щей, блядь. Блядь, я эту самую проебал. Ух, сколько у вас тут много-то. Бутылки с бензином, бляха, проебаны. Много, блядь, три. У нас кончается, твою мать. А я не понимаю, я сейчас сдохну, что ли, если у меня кончится? Или нет? Ну нет, такого быть не может. Во, что-то... Есть, отлично, взяли. Подзаправились магией. 38 жизней. Ах, мало. 38 жизней, конец. Где? Долетели, потратили одну жизнь. А, в итоге у нас потрачено за всю игру 3 жизни выходит, да. Давай, профессура. Да, вон, даже нарисована профессура. Да мы в космосе, типа? Да, блядь, лизик. Да ладно-ка, блядь, ты что, издеваешься? А что? Этих хрень... О, смотри-ка, блядь. Хеллоу, братьям, по разуму. Бутылочки. Нам надо танк в таком случае. Слушайте, астероид, блядь, нельзя уничтожить. Схуяли, блядь. А почему? Странно, блядь. Вот я вот сзади его поебашу, блядь, маленько. А, нет, можно, глядите-ка. Только надо очень долго его ебенить. С танком. О, смотри-ка, блядь. Стандартный инопланетянин, блядь. В нашем понимании, блядь. Серый, блядь. Сука. Ух ты ж, блядь, обложили демоны. Ну-ка, танком-то, блядь. Дай-ка я его ебну, блядь. Нет, он танком не хочет пиздячиться. Сколько тебе танком-то надо ебашить? 4? Ничего себе, блядь. 4, надо поаккуратнее тут как-то так.
инопланетянин. Блять, комар перед ебалом прям пролетел. Не знаю, увидели вы или не видели. Суки, заебали эти комары. Самые-самые гнусные, по-моему, насекомые, что, блядь, в природе, блядь, существует. Кто, блядь, их придумал? Особенно жара, блядь. И так, сука, тошно, блядь, дома. Жарко, душно. Да еще эти пидорасы, блядь, крылатые. Все, нет у меня там. Эти пидорасы крылатые, блядь, достают. Конец. Конец, приехали. Хоть форточку не открывай. Тут чуть только откроешь, все, пиздец, налетят, блядь, ты героем. Танк-то нам дайте, вы че? Вон, медуза инопланетная. Ха-ха-ха, инопланетянская. Съебал отсюда. Ты тоже, блядь, дядя. Дядя НЛОшник. Бенс есть. Блядь, ты тут как-то неожиданно прям так выпрыгивает. Как говорится, ничего не предвещает беды, тут на тебе. Так. Есть, отлично, еще одна жизнь. Так, Что? А к ним нельзя прикасаться-то? Хуя себе, блядь. Это поворот, блядь. А я думаю, можно к ним прикасаться, как, допустим, вот к снежным комьям, по которым мы с вами ходили. Нужен танк. Нужен танк. Ну, давай, да что ты, блядь, никак не сдохнешь, что ли? Так, контрольная точка есть. Отлично. Блядь, еще один. Эх ты, а почему не допрыгивает? Погоди-ка, с разбега-то допрыгивается. А, бутылочка, не собрал одну. Блядь, тут уже надо... Спокойствие. Только спокойствие. Надо уже поаккуратнее как-то тут ходить. Оба-на! Ух ты ж, блядь! Давай, съебал отсюда. Чё у нас профессура говорит? Профессура молчит. Нельзя из нее жизнь выцегонить. Да что ты, блядь, это сколько вас тут? А вот из... О, танк, отлично. А из этой? Нет, из этой тоже. Это тоже бездействует. Профессура. Ну, ложника оставим, живи. Живи. На своей планетке красной, блядь. С красной атмосферой, точнее. И синей землей. Мир Феликс 8-3. Спокойствие, блядь, только... А, это что-то, блядь, что-то мне в этот момент напоминает DuckTales, утиные истории. Там всякие такие секретики были, блядь, в стенах, которые необходимо было искать. Ах ты ж, блядь. Так, бензин есть, отлично, идем вперед, блядь. Движение только вперед, ни шагу назад. Ни шагу назад. За место собак уже стала профессура по нам пиздячить. Подожди, а почему... Блядь, я не могу. Я не могу туда... Вернее, его подстрелить. Что тут такое, блядь? Все? Только из-за этого сделано такое помещение? Странное. Блядь, странное, да? Профессура. Профессура у вас... Блядь, тут профессуры-то много! Ну, блядь, хоть одну ёбнуть-то, блядь. Опа-на. Так, одна есть. Пол. Полу нет, блядь, как я... хорошо, что прыгнул-то. Блядь, бензин кончается, ёб твою мать. Давай, давай, бегом, 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 блядь, эти самые... Бутылки-то дайте мне, суки. Все, пизда. Блядь, вот тебе на бутылки, пожалуйста. Чуть-чуть ведь не доехал до них. Что за подстава? Есть одна. Вторая. Тихо. НЛОшник туда же ушел. Блять, мышь летучая, иди нахер отсюда, блять, я чуть не упал. Иди-ка ты нахер отсюда, блять. Есть, все, отлично. До сумки дошли. Танк? О! А, я что-то даже не заметил, что вывалился магия это превращение. Профессура, что ли? Да ладно, блядь, или нет? Что тут такое? Ага. Тут у нас бензин. Бензин, все, 2-3-39 жизней. Охуеть. Да, гляди-ка, ух ты. Он меня уже ебнул. Отлично, блядь. Подожди. Я его сквозь него можно пролетать, когда... В момент того, как ебнешь. Сейчас профессуру наебаем, блядь.
профессуре-то мы. Что? Как так на? Сдох, сука! Сдох я! Магия. Блять, я его с магией-то не забью, вы чё? Хотя бы машинку дайте, что ли. Магия, конечно, чем хороша, но он во все стороны ебашит, блядь. Особо париться-то не надо. Ну, давайте попробуем с магией, что ли, ебнуть, хуй её знает. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, хотелось бы хотя бы с танка. Я что-то как-то это неожиданно, он сразу появился, летать-то тут начал. Дайте машинку. Вот, отлично, хотя бы машинку нам дали. И то ладно. Где она? Где она? Вот она. Так. Что, блядь, ты так будешь летать, что ли? Я все, тактика разгадана, блядь. Тактика боя разгадана. Господи, профессура, ты, блядь, ну ты и дурак, блядь, хочу тебе сказать. А не профессура ты, ну. Секунду, блядь. Отлично. Господи, блядь, я думал, сейчас заденет. Нет, ну это, блядь, вообще легкие боссы здесь. Профессура, сдохнешь, нет, сегодня? Господи, делов-то, а? Ну это вообще один из легких боссов. Тем более понять, главное, как он двигается, и его песенка спета. В общем-то, наверное, это и есть концовка игры, я так полагаю. Блин, долго ты будешь считать-то, Вот наша кошка драная. Поздравляем, вы спасли Китти. И я люблю тебя, Феликс. Все, конец фильма. Да. Признание в любви, хэппи-энд и все такое. Наверное, мы улетаем на Землю. Только вот та планета вот большая, это не очень как на Землю-то смахивает. Еще и въебались. Конец. Ну что, ребят, вот такая вот игра. По вашим заявкам пройдено. Пишите в комментариях, во что вы еще играли. Может быть, я пройду еще какую-нибудь дэндевскую игрушку в ближайшее время. Тема дэнди мне очень нравится. Это какая-то ностальгия. Своя, как сказать-то, своя атмосфера присутствует в этих играх. Больше такой нет нигде. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Малдер. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Всем пока.